первый раз в жизни я поехала на Алхамару. Я там не была ни разу. Хочу посмотреть. Ехать долго, целых 3 часа. Приехали на Алханай. Вот здесь поели, позавтракали, взяла чебури, но не вкусные. В нашем Гацане чите вкусные. А вот тут такие домики. Люди приезжают из ночевой. Это наш гид идет. Все время бежал от нас простышей. Маршрут, сказал, начинается с дома паломника. Пошли к нему. Пошли на маршрут, на малый. Вот таким образом они защищаются от врагов. Да? Вот, но рука пропиталась. И, ну, во-первых, да, кислота на полу. Она полезна при болезнях суставов, для суставов вообще полезна. Ну и также, когда я делаю вот так вот. Ну, если аллергии нету. Нету. Попробуй. На тропу мы вышли все очень тепло одеты. Муравей, постепенно муравей. Нам становилось все теплее и теплее, жарче и жарче. Девчонки лечатся. От простуды, да, от гайморита. Что, правда пахнет? Вот это гора. А если я понюхаю, то он все полечились, идем дальше. Осторожно, клещи. Еще и медведи. Земля вся в листиках, как золотом усыпана. Кто знает, может, они уже пере... Сейчас даже, по-моему, клещ даже укусит, ничего не будет. Ага. Все, ага. Рычаги всякие тут бегут у них. Что-то там розового цвета. Ну. Белкин домик. Идет в маске, рассказывает тихо, чуть отстал, и ты его уже не слышишь. Вот это бесило. Жан много знает, рассказывает. Интересно. Но нужно говорить громче, иначе ничего не слышно. Чуть отстал и все. Вода бежит чистейшая, питьевая, лечебная. Компания подобралась хорошая, познакомилась с девчонками. Ксения, Ирина, Лена с сыном, Чингис. Спасибо.
священная гора. И вот это вот, да, она целебная, вот такая вода. А все степенные, да, ученые, да, на пальцах, а до сих пор ученые там проводят исследования, да, и вот они такие делают исследования на части, да, и все становится целебные, а сильные, да. А, ну, с точки зрения реализма, да, вот ручей бегает вдоль луча, и как мне нравится. Даже бабулик, да, он здесь. Конечно. А как же? У меня ходили деревни рисунки. На скалах? Да. Ой, птички поют, слышишь? Ага. Он нам по них рассказывал. Деревни рисунки. Наскальные. Жам, вы же сказали, складывать ничего нельзя. А это что? Люди. А это люди, да? Да. Сейчас я расскажу. Сейчас давайте его перекурим. Я все расскажу. Мы не курим. Интересующие моменты, да, про вот эти пирамидки. Я обещал вам рассказать, да, пирамидки. Ну давайте, ну к слову, про бурундуков, да, про алханайских тигров. Давайте. Да, называем, да? Считается, что один бурундук способен на зиму заготовить 10 килограммов припасов. То есть отборных орехов, там всяких злаков, ягод, да, то есть они заготавливают. И считается, что они тоже, ну, впадают в спячку, бурундуки. Но зимой они просыпаются, кушают. Зиму пережить, да, находит якобы вот такую веточку, с разбегом и вешается. Вот, я даже встречался с людьми, охотники, которые приятные, да, они говорят, что они видели, что якобы повешены. На рогатину. Да. Это правда? Это неправда. Неправда. То есть у бурундука, у животных инстинктом сохранения в любом случае сильнее, чем, да, вот это. И они, конечно, и тем более, вот посмотрите. Ну иди сюда. У него пропорции тела таковы, что чтобы у него случился асфиксия. Ну, когда уйдут, уже... Да, да, да. Ну, например, колонок, горностай, там, например, либо соболь, который по деревьям бегает, да. Он поймал белку, либо бурундука. То есть, если он сытый, да, он, например... Я не могу, Кидыч. Так красиво, да. Ну, ладно, потом перепутывает, да, и он на ветошке его бьет. Убегает. И вот охотники длинные-длинные такие острые иголки, прям очень острые. И вот эта птица ловит мышей, там всяких грызунов, и прямо вот на эти острые колючки прямо их там вешают. Ладно, давайте, пока мы тут отдыхаем, вот пару слов. А про камешки-то нам расскажи. Про камушки расскажу. В общем, смотрите, вот. Кирилл, смотри, слушай. А, вот, вдоль тропы видели, да, такие каменные насыпи. У нас есть несколько традиций, почему люди строят такие пирамиды. Вот первая традиция, это из буддизма. Вот путь, по которому мы сегодня идем, называется, да, тибетский там, ритуал, суть которой мы любим. И также есть преграды на этом пути. Вот преграда, вот, например, в виде камня, который мешается нам идти, да, и нашим спутникам, например, еще дерево упавшее, да, они символизируют преграды на этом пути. И поэтому буддист идет, увидел камень, взял его, почитал молитву и убирает с дороги. Он как бы символически очищает свою жизнь. В принципе, это можно делать. Вот у нас группа небольшая, потому что мы тоже можем это делать. Я гнезд, да, сложно, что ты делаешь. Ну, достал она. Да? И вот можете ее просто взять и шурнуть и подставлять, чтобы она от нас отстала. Но всем хочется, прямо нравится этот камень положить вот на самый верх вот этой пирамидки. Вот так вот строят. Некоторые вообще пытаются как-то его так вот поставить, чтобы она вот прямо... Вот. Но уже 4 километра. Подошла следующая группа. Да, потихонечку можем дальше идти. Да, да, да. Дедя позвали уходить, так что поздно сел. Традиция то, что люди буддисты, да, то есть они прочищают дорогу, да, в свою жизнь, да. Люди неправильно понимают ритуал, и вот они просто вот ложат наверх, ну, как пирамидки строят. Угу. А вообще, по идее, мы должны просто убирать их дорогу, не строя ничего. Сначала замерзли все, пододелись, а теперь раздеваемся уже. Уже все согрелись. Уже жаришка пошла. А теперь он... Это Алханай, это национальный парк, да? Или как Алханай, это будет? Алханай, национальный парк, он стал 1901. И Алханай был создан. Национальный парк Алханай был создан с целью сохранения редких растений, животных, полудикайников, также духовных и природных парков. Считается, что на Алханай очень много золота и серебра.
Почему здесь его много? Ну, потому что сама гора Алхана – это вулкан Людского периода. То есть потухший вулкан, который разлетался примерно 150-150 лет. И обычно, где было извержение вулкана, в общем, она объединила этих всех людей, и вот была проделана очень большая работа, и итог смогли запустить добычу золота. И в 1999 году создали. А так, конечно же, не могу, руками берет. А там ты позитивные, да, она помогает, ускоряет. Во мне большой вот он духовный рост, духовное просветление, ну и также во благо всех живых существ. На что Атлан Дадрил сказал, что ну такое быть не может, потому что если государство без веры, да, без религии, ну такому государству отведено ровно столько, сколько живет один человек. Ну, среднее, ну сколько, 70 лет, да. Он уже 5 годами не выглядит. И что ты не видишь? И вот тебе не куришь, а поднимаемся вверх, а дышка поперла. Колоссальное расстояние, да, вот, считается, что этот путь туда, эта гора, да, у них заняло почти 6 лет. Очень дойти вот, дойти? Да, 6 лет туда и обратно, у них 6 лет, да. Гороши на 6 лет пути. Такое чувство, что тут ручей бежал, что ли? А, ну вот. Мне тоже показалось, что думаю, однозначно. Ну вот. А там он уже крупу посыпали. Жам, а вот тут вот крупу уже сыпят, а мы что-то нигде не сыпем. А? Ой, надо кинуть камень. Что сказали, плохое все ушло с дороги. Подъем какой крутой. Подъем крутой. Идем. Тяжеловатенько. Ой. Тяжело идти. Нельзя ломать-то. Ломать нельзя. Ой, какое небо получилось, офигенское яркое. Вообще. Это же вообще. Сюда. Храм ворота. Главная святыня. А где эти ворота? Идем. Где где красная? Ой. Ой, какая красота. Вообще, сказка. Ой, точно.
какая красота. Внизу где-то речка гудит. Написано «Врата». А вон-то какая скала, елки-палки. Ой, вниз-то как. Страшно. Врата. Вот эти врата-то, ой, мама. Гора-то, у меня что-то. Я сейчас резко-то посмотрю. А вон слева-то. Какой вид открывается. А врата-то какие? Вот это мощь. Смотрите, у меня что-то вот тут вот защемило. Когда я вышла сюда. Да? Смотри. Вот туда иди, там припал. Да уж. Как красиво. Видно, что слазит, тебе самостоятельно. Хотя мы не особо сильно. Здесь мы будем под отношения, да? В 11. Сейчас группа уйдет, да? Ой, ну обалдеть, какие ворота. Это я как вот они? Тихо. Как их выдолбили? Где все? Не верю. Не верится даже, что природа. Красота. Нет. Свалишься оттуда, я тебе говорю, тебя не достану. Оно все уже выдвигается. Так, ну что же, уважаемая группа, так, минуточку внимания. Так, ну присаживайтесь, да, вот, послушайте. Принимайте ваше место. Удобное положение. Принимайте ваши места согласно. Куплено бели. А вон. Тут вон лавки есть. Давайте, уважаемые друзья.